Награждение проводит президент Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион Александр Георгиевич Горшков. Победители и призеры награждаются медалями и дипломами Федерации фигурного катания на коньках России, цветами, а также подарками от официального партнера соревнований компании «Озон». За подготовку победительницы финала Кубка России Ростелеком в одиночном катании среди женщин награждается тренер Этери Турперидзе. Желаем победительницам и призерам соревнования здоровья, удачи и новых спортивных побед! На этом церемония подошла к концу. И в 20 часов ровно мы продолжим наше соревнование, а лед выйдут танцевальные дуэты. Они исполнят произвольный танец.